Привет, я Клиффхенгер, и это фильм «Козья жизнь». Рабочий мигрант по прилету в другую страну становится бесправным рабом на скотоводческой ферме. Он проводит 4 года в плену, пока однажды не выпадает шанс сбежать в пустыню. Фильм, основанный на реальных событиях, начинается с песчаного торнадо, распугавшего стадо верблюдов. Ночью в той же арабской пустыне козопас на джип пьет воду вместе с козами из корыта. История переносится в прошлое, когда на джип и Хаким, два эмигранта из народности Малаяли, прибывают в Саудовскую Аравию в поисках работы в некой компании. Они бродят по аэропорту, разыскивая встречающего, но того нигде нет. Мужчины с надеждой вглядываются в проходящих арабов, надеясь встретить работодателя. Когда к ним обращается пожилой мужчина, ошибочно приняв их за других людей, мигранты соглашаются пойти с ним. Посадив чужаков в кузов грузовика, босс везет их на свою ферму. По дороге мигранты с благоговением рассматривают чудеса цивилизации, вроде дорожного тоннеля. По пути араб заезжает к коллеге по сельскохозяйственному бизнесу, чтобы отдать Хакима, вопреки желанию самих гастарбайтеров. На джиба араб привозит в пустынную глушь, где передает на руки своему рабочему кафилю. Укладываясь спать в палатке, индус вспоминает, как на родине трудился ныряльщиком и сборщиком речного песка. Уже тогда он мечтал накопить денег для оформления рабочей визы на Ближний Восток, где зарплаты в разы выше, чем дома. Заложив для нужной суммы дом, Наджиб во время местного праздника передает деньги посреднику, который позаботится о визах. Вскоре он готовится к перелету. Мать Умма и жена Сайну не могут нарадоваться за него, планируя, на что потратят первый денежный перевод. Воспоминания обрываются самым беспардонным образом. Кафиль будет на джиба и с угрозами прогоняет его из палатки. Это его место. Рабочие спят под открытым небом. Утром Наджиб знакомится с напарником, старым пастухом, который даже не помнит, как его зовут. Старик велит отнести надсмотрщику свежее козье молоко, ругаясь, когда новенький по ошибке сам пьет его. Наджиб просит кафиля отпустить его, но тот не понимает хинди и в целом не горит желанием отказаться от дармовой рабочей силы. Когда приезжает старый араб, эмигрант пытается ему объяснить, что произошла ошибка. Он показывает блокнот с инструкцией, как добраться до посредника, которому заплатил за работу, но араб рвет записи и выбрасывает их. Позже, запекая на углях лепешки, арабы приглашают расстроенного Наджиба разделить с ними хлеб. Не имея другой возможности поесть, индус принимает приглашение. Позже он интересуется у старика-пастуха, где дорога в город. Тот отвечает, что далеко. Ночью Наджиб пытается собрать разорванные листы блокнота, а также пишет письмо семье. В процессе он вспоминает, как мечтали с женой и планировали будущее, включая воспитание ребенка, которым та беременна. Он сожалеет, что так и не позвонил ей по приезде, как обещал. Также Наджиб вспоминает, как они с Хакимом садились в поезд, отправляясь в эту поездку. На следующий день Наджиб узнает, что хозяева запрещают использовать воду, чтобы подмыться после справления нужды. Вода стоит слишком дорого. Старик-пастух советует подтираться песком. Сложно, только первые 10 лет. Потом привыкаешь. Когда приезжает водовоз, пленник просит водителя подбросить его до дороги. Это слышит хозяин. Недовольный попыткой бегства, он избивает Наджиба. Тот защищается, отчего старик приходит в ярость и достает ружье. Когда индус хватает оружие за ствол, араб избивает его, грозясь застрелить и закопать, и никто не узнает. Лежа без сознания, Наджиб вспоминает родную Индию, где с водой было получше, чем в пустыне. Помимо рыбалки, он даже с женой купался в реке, хотя та боялась глубины, в отличие от мужа, отличного пловца. Но совместное плавание помогло перебороть страх. Также Наджиб вспоминает свою свадьбу и обыденные радости простого семейного быта. В себя он приходит уже на закате, плача от разочарования и обиды. Он спрашивает у пастуха, сколько времени тот тут работает, на что старик отвечает, что никто, попав сюда, обратно не возвращается. Утром Наджиба будет кафиль, чтобы он подоил коз. Так как он не умеет этого делать, то сперва получает удар копытом. В силу безысходности и отсутствия опытного напарника, Наджиб учится доить коз. Затем он пасет их посреди песчаных барханов. Разнимая драку двух баранов, индус получает мощный напас от одного из животных, а затем контрольный в голову. Надзиратель, наблюдая за происходящим с верблюда, дает пастуху немного воды попить, после чего велит идти собирать стадо. Из-за травмы головы Наджиб не может выполнить работу. Внезапно к нему подходит козленок и блеянием призывает стадо обратно. Роняя слезы бессилия, мужчина обнимает животное, единственное существо, которое отнеслось к нему здесь по-человечески.
Так проходит много дней. Наджиб успевает зарасти бородой, но только не смириться со своей участью. Подобрав осколки разбитого автомобильного зеркала, он пытается побриться, но ничего не получается. В приступе отчаяния он хочет, разбежавшись, прыгнуть со скалы, но в последний момент ему мешает огромный стервятник. Птицы пируют внизу чьими-то останками, в которых он узнает своего предшественника, старика, по всей видимости, пытавшегося сбежать. Стервятники атакуют Наджиба, отгоняя подальше от пищи и любой надежды на благополучный исход. Тем не менее, Наджиб решается от отчаяния на побег. Во время выпаса он пускается бегом в сторону гор, но его замечает в подзорную трубу старый араб и преследует верхом на корабле пустыни. Нагнав раба, старик делает предупредительный выстрел, вынуждая того упасть, а затем избивает его, ломая ногу. На ночь беглеца привязывают, чтобы исключить рецидив, но даже отвязавшись, у Наджиба нет сил на повторную попытку. Максимум, что он может, это доползти до корыта попить. Наджиб продолжает влачить жалкую жизнь раба Казапаса. Однажды он со стадом попадает под редкое в пустыне явление – дождь, да еще с градом. Они пережидают его, укрывшись под скалой, где мужчина осознает свое сходство с козами. Пробравшись через расщелину на другую сторону горы, Наджиб внезапно встречает Хакима, такого же бесправного раба, только работающего не на одной ферме, а в разных местах. Они не успевают договориться о побеге, когда за Хакимом приезжает его хозяин. Напоследок индусы условились снова встретиться позже. Во избежание неприятностей они общаются при помощи записок, не подходя друг к другу близко. Наджиб вынужден гоняться за листом бумаги, унесенным ветром, стараясь при этом не попасться арабу. Из записки он узнает, что у Хакима есть план побега – сбежать вместе с Хадири, африканским товарищем по несчастью, который за годы рабства успел изучить местность. Троица встречается, чтобы обсудить план. Хадири в курсе, что скоро у дочери хозяина свадьба, и он уедет. Оставшись без надзора, рабы смогут сбежать, благо африканец знает местные маршруты, почти как автомобильный навигатор. Договорившись, пленники расходятся по своим фермам. Ночью Наджиб сидит в загоне, глядя, как араб принимает возле костра гостей. В честь свадьбы дочери хозяин даже дает пленнику поесть мясо. На следующий день все начальство сваливает на гулянку, оставив индуса на хозяйстве. Первым делом Наджиб, раздевшись догола, тратит драгоценную воду, чтобы обмыться и вспомнить давно забытое чувство. Затем он переодевается в свою прежнюю одежду, бережно сохраненную в сумке. Из-за полуголодной диеты штаны ему теперь велики. Подвязав их веревкой, мужчина отправляется в очередной побег, не забыв предварительно накормить скотину. Когда за ним приходят товарищи, Наджиб берет свою сумку с вещами. Хотя Хадири советует этого не делать. Без вещей они похожи на простых работников, а сумка наводит на мысли. Беглецы выходят в путь и бредут через пустыню, пока не наступает ночь. Заметив чей-то лагерь, Хадири спускается с бархана, чтобы украсть немного воды, но привлекает внимание хозяев, которые открывают по нему огонь. Бывшим рабам едва удается сбежать в темноте, потеряв в процессе сумку Наджиба. Проснувшись утром посреди бескрайней пустыни, они понимают, что отклонились от курса во время ночного инцидента. Хадири не унывает, выбирая новое направление, но индусы понемногу теряют силы и уверенность. От жары их посещают галлюцинации. Якобы верблюд пьет воду из озера, но на самом деле там лежит дохлое животное, умершее от жажды. Позже, во время молитвы, беглецы сталкиваются с миграцией песчаных змей. Хадири успевает утащить в сторону Хакима, но Наджиб остается стоять посреди десятков ползучих гадин, не двигаясь, чтобы не привлекать внимания. Лишь когда те проползли мимо, он смог упасть в ужасе навзничь. Однако на этом неприятности не заканчиваются. От хождения босиком по песку у Наджиба распухают ноги. Хадири отдает ему свою жилетку на самодельной портянке, чтобы хоть как-то облегчить страдания. Затем рабы продолжают свой путь, изнывая от жары, жажды и голода, поддерживаемые одной только надеждой обрести свободу. Хаким теряет силы, после чего Хадири несет его на плече. Следом без сил падает Наджиб. Хадири как может пытается помочь им отдохнуть, даже выступая в качестве тента от солнца. Так проходит еще один день. На следующий день Хаким видит впереди сияющий град и бежит к нему из последних сил, отбиваясь от пытавших удержать его от морока друзей. Помешательство побуждает Хакима есть песок. Поняв, что это не сахар, он падает с окровавленным ртом и умирает прямо на руках у Наджиба. Но даже это не самая большая неприятность. На беглецов надвигается песчаная буря. Хадири уводит убитого горем индуса прочь, оставив тело Хакима на милость песков. Но Самум все равно нагоняет их, присыпая песком. После того, как прошла буря, они выкапываются, продолжая оплакивать друга. Переждав ночь, они продолжают путь. Однако Наджиб теряет силы. Хадири помогает ему идти, но повреждения ног лишь усиливаются.
Индус падает без сил, морально сдавшись. Африканец отдает ему свою обувь, когда замечает ящерицу. Верный признак того, что рядом есть вода. Забравшись на дюну, они замечают впереди оазис. Наджиб бежит к нему, но Хадири возле самой воды останавливает его. Нельзя после обезвоживания слишком много пить. Спутник осторожно поит его водой, медленно и дозированно, чтобы организм привык. Пока индус отдыхает в тени деревьев, Хадири осматривается и находит пустую бутылку. «Наверное, боги сошли с ума», – думает бывший раб, свистом наигрывая на ней мелодию для поднятия духа. Набравшись сил, они продолжают свою одиссею. Африканец находит обертку от печенья, что свидетельствует о наличии рядом людей, которые мусорят. Затем беглецы замечают следы от колес, но в какой-то момент теряют дорогу из виду. На следующее утро Наджиб просыпается и видит, что Хадири ушел один, оставив ему бутылку с водой. Неприспособленный веками эволюции к пустыне, индус его только замедляет. Брошенный мужчина горестно хромает дальше в гордом одиночестве. В очередной раз из последних сил он ползет вперед, но лишившись их, роняет пустую бутылку. Та звонко катится вперед, прямо по асфальту, проложенной среди пустыни автострады. Вечером мимо проезжает грузовик, аккуратно объезжая беглеца. На следующий день Наджиб тормозит другой грузовик, но водитель из брезгливости не хочет ему помогать. Только едущая следом легковая машина останавливается, чтобы подвезти бедолагу. Водитель успокаивает напуганного индуса и угощает его водой. Подвезя его в город, он высаживает беглеца. Изнеможенный Наджиб бродит по улицам, вызывая отвращение у местных жителей. В итоге мужчина находит ресторан Малаяли, принадлежащий соплеменнику по имени Кунджика. Тамошние работники оказывают сородичу помощь, приводя в порядок и решая, что делать дальше. Ситуацию осложняет тот факт, что у гастарбайтера нет паспорта. Документы еще по прибытии забрал араб. Пока Наджиб отлеживается и приходит в себя, Кунджика названивает по данным им телефоном, чтобы сообщить его родне хорошие новости. Спустя 4 года после исчезновения муж и сын нашелся живым. По телефону Наджиб слышит плач сына, которого никогда не видел. Тот родился после его отъезда. Когда мужчина оклемался, его ведут в полицейский участок, чтобы решить проблему с документами. Там среди фото разыскиваемых преступников он видит фотографию Хадири, но неизвестно, что тот натворил. Затем Наджиба забирают в тюрьму, где держат нелегалов. Туда приходят арабы, оформившие им рабочие визы, и забирают своих работников, не стесняясь прилюдно избивать за побег. Вскоре появляется хозяин Наджиба, жутко пугая его перспективой вернуться на ферму. Араб тщательно присматривается к нему, узнавая, однако не забирает его с собой. Товарищ объясняет индусу, что у него просто нет на него документов. По сути, их с Хакимом просто похитили возле аэропорта. В противном случае Наджиба тут же забрали бы. После 3 месяцев тюрьмы Наджиба и других бесхозных рабочих депортируют на родину. Их загоняют на борт самолета, как коз в загон. Стоя у самого трапа, индус оборачивается, чтобы бросить прощальный, полный боли взгляд. На этом фильм заканчивается.